Ну что ж, мы приехали в город Паджу, это наша первая локация. Да, и мы приехали на смотровую башню объединения Адусан. Let's go! Изначально башня Адусан была построена с целью утешения разделенных семей. И, как вы видите, здесь очень многие люди оставляют записки. Здесь написано: «Хочу на гору Пектусан. Пожалуйста, объединитесь». Будет хорошо, если мы поскорее объединимся. Поскорее объединимся, хочу на гору Пектусан. Нам внесем свою маленькую частичку наряду со всеми остальными пожеланиями. 근데 보이는 마을 제목이 이름이 뭐예요? 이름은 올라가면 아마 설명을 해줄 거예요. 올라가면 설명을 해줄 거고요. 정확히 뭔지 모르는데 올라가면 뭐 지역이 어디고 이름이 뭐고 다 설명을 해. 아, 네. 네네네. можем посмотреть немножко украдкой. Только что мы посмотрели ту самую деревню. На самом деле очень удивительно, что есть возможность вот так вот подглянуть кратко-украдко за другими людьми, да, за другой частью страны. Мы очень верим, что это один из небольших шажков навстречу к мирным отношениям двух частей Кореи. И так как это путешествие по Кёнгидо в честь тысячелетия самого Кёнгидо, я считаю, что это один из обязательных пунктов к посещению во время вашего путешествия по Кёнгидо. Сейчас мы зашли в зал, и, судя по всему, здесь можно оставить свое сообщение и написать свое имя, и оно отобразится на экране. Сейчас мы попробуем. Просто невероятное количество книг, высота просто до небес, потрясающее место, чтобы почитать, просто какой-то рай для читателей. Ну что ж, мы окунемся на минуточку в литературный вечер. Да и как вак сериалом вот ты. То, что я знаю точно. Чарие анджара, сальмираным манчаным ханкот джиркура. Садись на место и насладись ужином, что называется жизнь. Очень жаль, что я не могу забрать себе эту книгу. Может, она продается, нет? Нет. Библиотека. Помимо того, что здесь есть библиотека, здесь есть кафе. И здесь самое главное есть что? Книжный магазин. Можно купить книгу. Я долго выбирала, наконец-то определилась с двумя книгами стихотворений и просто какого-то рассказа. Сложно вообще выбрать просто из такого количество. Мы сделали это. Мы пришли получать опыт. Мы будем создавать тетрадочку. Эльки?
와, 고양이다. 글씨가 있는 거하고 글씨가 없는 거를 내가 직접 이렇게 만들 수 있어요. 어려워 보입니다. 어려워 보이는데 문장을 만드는 거를 끝내면 네. 그 다음부터는 쉬워요. 글자 아, 찾는 거라서. Среди всего этого мне нужно найти свои слоги имен, но этого настолько много, что это просто невозможно. Шильшим, мне надо гласный йо. О, та-та-та. Да, здесь уже встали мои имя. Алена. Гульмира тоже нашла свое имя. Гульмира. Это лучше, чем Гуми. Ручная сборка книжки. Ну-ка, посмотрите на эту красоту. Это был реально потрясающий опыт. Это было очень интересно. Мы не только узнали, как раньше печатали книги, но мы попробовали сами это сделать, и от этого это еще более ценно. Мне даже не верится, что в таком месте мы печатали книжки. Здесь очень много кафешек, маленьких магазинчиков, каких-то сувениров. Здесь вот такое яркое, ляпистое, глаза радуются, душа просит делать покупки. Здесь очень много разных магазинчиков ручной работы, всякие разные галереи. Вот одна из. Открою жизнь этой, но... Да, кто что пьет? Рамен и вино? Где грань вообще? Мокча, так, мокча.